Отдых на природе обернулся трагедией. Накануне в поле в Нижнекамском районе обнаружили тело пропавшего 9 мая мужчины. Оно лежало рядом с автомобилем на поляне, где мужчина любил отдыхать вместе с семьей. Альбина Минибаева выяснила детали. Пустырь, трава по шею, болото через каждые 30 метров. Здесь, на Простинском поле, поисковики обнаружили тело пропавшего 9 мая мужчины. Он уехал на машине из дома, а через несколько часов перестал выходить на связь. Автомобиль не тронут, тело лежит рядом. Юлия, волонтер поискового отряда, была одной из первых, кто вышел на поиски вместе с другими волонтерами. Они прочесывали прилегающие к городу поля и овраги. Надеялись до последнего. Мы всегда надеемся, когда выходим на поиски, мы всегда надеемся до последнего, что найдем человека живым. Но, к сожалению, соболезнования родным. Больше ничего сказать невозможно. Место поиска выбрано не случайно. Мужчина часто сюда приезжал на отдых с семьей. В этот раз уехал один. Барсетка, документы и телефон на месте. Машина открыта. Следов других людей нет. Виктор Иванович, уже было 2 инфаркта и... Возможно, что-то с сердцем случилось. Был поэтому объявлен очень срочный поиск, сбор, потому что хотели найти живым, здоровым. Точная причина смерти станет известна только после вскрытия. Сотрудникам полиции теперь предстоит выяснить все обстоятельства случившегося. Альбина Минибаева, Эльвира Сафиуллина, Максим Липин. Вызов 112.